Всем привет! Это я, Оля Платонина. Приехала в Манчестер Эйпорт Хилтон Отель. Устала я до жути. Устала я, проустала. Сейчас я пойду в ванную. Вот такой мне достался номер со всеми прибамбасами, которые мне не особо нужны. Гладить я точно ничего не буду. Номер оказался семейный. В прошлый раз, 3 недели назад, я тоже жила в этом же отеле, но номер был где-то внизу и не такой совсем. А тут даже мне разложили кровать вторую. Ну, я буду спать на этой. А это будет без дела, к сожалению. К сожалению, вот я тут уже телевизор смотрела. Что-то тут про Германию, про войну, про Англию. Интересно, кстати. Только я ничего не понимаю. Журнальчик почитаю, тут мои шмоточки. Ну, главное не это. А главное, что я наконец-то, покатавшись по Шотландии, приехала почти домой. Ну, вы, наверное, не видите ничего, потому что мой телефон так работает. Это переход в терминал. А вот здесь это поезд приехал как раз из Карлайла. Я приехала, а поезд вообще был из Эдинбурга. Тут даже балкончик какой-то, видите. Окно пытался открыть, но вот тут мешает вот эта штука. И, в общем, тут просили не открывать его так сильно. Вот. Устала я, по Карлайлу ходила. И дети сидели, они ехали из Эдинбурга. Дети шумели ужасно, эти английские дети. Им ничего не говорят. А я телевизор смотрю. Им ничего не говорят, мамаши их. Боже, как они себя вели. Он, мальчик, кстати, меня, помимо того, что он мне стучал по креслу периодически, он еще и болтал постоянно на таком самом эмоциональном тоне по-английски. Я нифига не выучила английский все равно. Хотя, мне кажется, уже обезьяна заговорила бы после того, как несколько часов. С 5:30, да? До 7:50. Вот. Ну, считайте, почти до 8. А, ну они вышли на Манчестер Пикадилли, слава богу, но это все равно там 20 минут разница. Вот, столько часов он болтал. Что-то ел еще с другим мальчиком. Караул. Ну, дети все одинаково, понятное дело. Просто западные дети, они либо воспитанные, либо их потом жизнь воспитывают, и они родители, я так поняла. Ладно, буду сейчас купаться. На этом я с вами прощаюсь. Манчестер Хилтон Эйпорт. И Оля Платонина после путешествия по Шотландии и чуть-чуть северу Англии. В лице города Карлайл. Всем пока.